она вещает по волнах радио «Свободный Герат». Я попросил вас поделиться мыслями по поводу того, что спрятано в золотых шахтах Пэганами.
Сектор чист. Угрозы нет. Свободный керат. И знаете что? Радио. Нужна помощь! Тут волк у пекарни нападает на людей! Эй, кто-нибудь слышит? Нужна помощь! Перед отправкой солдаты прятали золото в Шикарпуре. Надеюсь, там хоть что-то осталось. Намасте, Аджай! Проклятие. Всегда патронов мало. Это война, дружище. Золотой путь отбил Шикарпур. Можно не бояться снайперов, засевших на вершинах холмов. Я смирился! На помощь! Живи! Помогите! Зачем я в это ввязался? Охренеть! Я все еще жив! Я думала, нам кран. Эй, ты в порядке? Я уже приготовилась к смерти. Это просто невероятно. Сюда. Помоги мне выбраться. Мне надо бежать. Слушай, беда пришла не только ко мне. Много людей попало к Юме в рабство. Я знаю, где это. Я помогу им. Чую кровь.
Перед отправкой солдаты прятали золото в Шикарпуре. Надеюсь, там хоть что-то осталось. Намасте, Аджай. С вами Раби Рейрана. Но, что у нас там? Люди Пейгана потеряли почти все аванпосты. Скоро можно будет спокойно ходить по улицам, не натыкаясь на патрули Пейгана. Не то чтобы я был охотником до прогулок. Но в заперти я тоже сидеть не люблю. Но гулять в Керате небезопасно. И дело не только в вышеупомянутых патрулях. На улицах Керата можно встретить кое-что и пострашнее. Дикие звери Керата меня ненавидят. Такое ощущение, что в них вселилась вся ярость моей бывшей подружки Нундани. Thank you.
самый популярный лидер Золотого Пути выигрывает Амита. Неудивительно. Что предлагает Самал? Одно и то же, каждый день. Это целые ритуалы для чудиков. А что предлагает Амита? Она предлагает реальные блага. Старые добрые деньги. Да деньги правят миром. Я не про пару-тройку рублей. Я говорю о состоянии, как у Тони Монтана. Это охренительно много. И наркотики. Охренительно много наркотиков. Оторвемся. Когда мы свергнем Мина, и она придет в власть, я так упорюсь, будет офигенно. Эй, Нити, ты готов прямо сейчас? Ой, блин. Это она как-то, я не говорю по радио. Ну, начинается. Амита! Привет!
Thank you.
объявление от Министерства экономики и социальной гармонии. Вы нужны пирату как никогда. Золотой путь. Эпидемия, которой ныне болен весь Ирадат. Пэга Мин собственной персоной убеждает вас вступить в армию короля. Остановите волну зла и тирании. Присоединяйтесь к Пэгану. Да, дарит вас свет Пэгана. Настоящий Может, герой. Может, стоило орлов половить? Дошло? Лов орлов. Дурак ты, Пронав, и шутки у тебя дурацкие. Шути их с кем-нибудь другим. Орел, орел! Берегись, берегись! О, ты знаешь, где я припарковался? Меняю магазин, прикрой! Если вы меня слышите, ответьте. Может, стоило Дошло? Лов орлов. Аджай докладывает, вас слышу. А, Аджай, отлично. У нас тут партия метеозондов для наших товарищей в горах. Прикроешь конвой и водителя? Да, высылай координаты. Уже выслал, друг мой. Если готов, отправляемся. В кабине нет места. Тебе придется ехать наверху. Ты наверх. Думаешь, зачем мы везем эти метеозонды? Спутники-шпионы для слежки за Пейганом слишком дороги, а метеозонд может поднять камеру. Yeah.
На каждом зонде GPS-маячок. Когда зонд приземлится, мы сможем забрать его. А дальше нужно просто извлечь карту памяти и просмотреть фото с камеры. Так мы соберем сведения о базах и тюрьмах Бейгана, а также о движении войск. Неплохо, да? Как гласит народная мудрость, больно выдумки хитра. Слева! Слева! На этих дорогах много крутых подъемов. Поедем медленно. Атакуем быстро. Еще враги! Странные огни, знай, это не марсианский зонд, а наш родимый. Увижу кого-нибудь с печеткой под преградами. А может быть и придушим заодно. Следи за обстановкой. Хорош трепаться. Отходимся и ищем противника. Я понял. Кто-то стреляет. Мой кукри заскучал. Как и мой муж, кстати. Хватит ныть. Делом каким-нибудь займись. Спасибо, что вернул аванпосты и выкинул мрази с нашей земли. Когда облачно, видимость лучше. Береги!
Аккуратней! Но будьте на чеку! Я иду! Найди, урод! Прочесать местность! Держи ухо востро! Не тупите, чтоб вас! Держи ухо востро!
друзья, с нами Аджай Гейл. Он только что разгромил последний центр пропаганды Мина. Это прямое включение. Каково быть героем, Аджай? Стоп, мы в прямом эфире? Совершенно верно. Итак, что ты можешь сказать нашим слушателям? Привет. Аджай Гейл, человек с небольшим лексиконом и огромным кукри. В благодарность за освобождение Керата от пропаганды Мина посвящаю тебе эту песню. Твои братья и сестры говорят тебе спасибо. Ты герой Керата. Плакаты Пейгана, едва их увидят. Ты Махана. Ты вдохновляешь людей не меньше, чем твой отец. Отлично. Надо отогнать фургон в нужное место. Я покажу на карте, где его оставить.
Надеюсь, тебе это пригодится. Понадобится что-то еще? Обращайся. Я продаю все, что моя сестра делает в городе. Закончу тебя, и мам меня подставит. Да нет! Помощь!
Помогите! Помогите! Никто себя не спасет! Твоя судьба! Hopefully.